don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Меня зовут Миша, я графа, танцую контемпорари. Начал с маленького вообще, с возраста, лет 6, детского садика. Мне, ну, когда у ребенка получается, ему нравится, потом я пошел в детский коллектив. А у нас был педагог, Богданку заканчивала. И она предложила, типа, мальчик способный, ему нравится, идите, отдайте. Ну и все, я этим заразился, балет, мне нравилось безумно. Всю жизнь танцую. Поначалу мне прям все нравилось, я приходил, болел, там у станка все, это супер донычек. А потом просто, когда на протяжении там, 7-8 лет делаешь все одно и то же, все одну механику, мне надоело, хотелось что-то просто выйти из какие-то грани, что-то больше для себя чувствовать. Чувствование танец просто хотелось. А болеть это все такое в рамках и очень узко. Поэтому выбрал контемпорари. Я хочу, чтобы, ну, до мурашек пробрало. То есть я хочу ощущение такого, когда человек читает что-то, и я танцую, и прям вот у меня мурашки, у людей, которые смотрят, такое ощущение было прям... Ну, это что-то на внутреннем уровне. Круто. Зацепит, не зацепит.